Reactor online. Sensors online. Weapons online. А, Антон, небольшая поправка. ZX, не назад не врубай, если строй идет. Ассолты, группируемся. Сейчас в B3. Не обращай внимание на результат, потому что в принципе просто даже каких-то хаотичных простых моментов нет. Но в заднюю не врубай. Если бы я не врубил в заднюю в тот момент, меня бы разложили. А так же, как и меня. Первым был я. Вы стараетесь чувствовать друг друга и двигаться. D4. Стрековый. Уходим от него, патрулируем, не хватит. Но он сам стрелял. У нас есть ему больше. Нет, тут еще Джейер. Да, мужики. Димон, куда ломанулся? Надо уйти от него. Хайлендеры, соберитесь уже. Народ, группируемся очень плотной группой. Ну, не очень плотной, но плотной группой. Так, я... Слушайте, пока их не видно. Такое впечатление, что здесь было только два лайта, один лайт и стрековый кентара. Возвращаемся, лайты обратно идем на C5. Они, по ходу дела, под шаттл. По туннелю. А, стоп, БЛР вышла. Да. 4, одна пока. Один он стоит тупо. Все остальные стоят за шаттлом. Дефит. Помоги. Дефит. Есть один фрукт, аж или это, а, кульдро, лазер, наверняка. Там, по-моему, атлас. Короче, под башней, C5, C4, там антилайтовая группа. Мы дайте сейчас по карту покидаем. Двигайтесь как хотите, сами решайте. Основная группа стоит уже. И часть из них внизу на C4 под хвостом. Зум сзади. Да, они стоят с ДДЦшками. Раз, ДДЦшка, два. В туннеле метка ворон. Принял. Ваньку там видел. В туннель. Зум. Если что, зовите нас. Мы стоим. Туда стоим. Мы не знаем, где они и что они хотят. Они стоят пока. Хайлендеров я а вот третий. Народ, ждите арт-ударов по нашим территориям. У них пока лайтов нету. Они к вам не слышат. Ребята, на B5 уже трое мельтешат. Сейчас мы ай снимем и к вам придем. Дарк, посмотри, пожалуйста, или 12. 12, смотри, чтобы нас с фланга не зашли, да, с тыла. Да, вот я палю, наблюдаю. Входим правее. Лайты. К ним на базу. Троллим и сразу же в Е4. Просто стоим в ней секунду хотя бы. Тяжелую группу видите кого? Прыгаете. Только лайтов, только лайтов. Все. Помимо этого кентара и хэншбэк, что ли? А нет, в D4 метки. Уходим. Идем на С примерно пока. Фрукты, видите метку аж? Да. Они да. Нет, работаем. Минус. Стоим. Входим направо, мужики, направо. Народ, простреливаем, выходим в C4 и простреливаем отсюда, ассолты. Зум метка. Не вижу ничего. Так, народ, кажется, там что-то с носа шаттла стреляли, может быть даже с перевала. Там Хайленд Атлас с Карлычем стрелял. Что за метка у нас справа тут? Блять. Так, народ, идем к хвосту шаттла, ассолты. На D4 вижу двоих и ценные посуды. Блять, Равин, он меня на хвосте, наверное, сидит. Цель Кей, кто может помочь. Метка К, Атлас. Ребят, кто не может, работает хай... К, правый полутор. К работаем, полутор с левой. Лайты, пошли. Все, ЦТ отставит, ЦТ метки К. Есть. Вываливаемся. Атлас, ЕЦМный стоит под ЕЦМом. Двигаемся, двигаемся. Метку Джей, кто может. Хорошо, уходим, уходим за Хайлендером, фрукты, не надо к ним вываливаться. Метка Д. Бросили. Хайлендеры, не вваливаемся туда, не надо, держим дистанцию.
Ромче, вернись! Димон, да я... Магазин один есть вот здесь хотя бы. Димон, да, ты... Выходи дальше, назад, слева уже. Метка С. Фрукты Д. Фрукты я без СТ уже. Нет, ой, метка Л, метка Л. СТ, метка Л. Фрукты с Д, помогите. Все, нету, F, F. СТ метки С, СТ метки Л. Хайлендер, продавите немножко, помогите нам. Метка А, фрукты. Фрукт перегрелся. Минус, метка Ай. Метка Л, допиливаем СТ. Быстро, 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 он сейчас сдохнет. Ай, в ноги стреляйте. Принято. Кто может? Все, он без ноги. Метка С. Да че он так долго живет? Минус. Метка Ай. Минус. Метка Е. Метка Е последний. Ноги отстреливаем нахер, и все. Минус. Так, а кто все. У нас на картинке кричит «Все за мной, напомните»? Демос. Перепишите на Ромче. Димон, извини, то, что под руку говорил, ты понял чуть-чуть, что я имел в виду? Я понял, что надо переписывать на меня, наверное. Просто видел, как у тебя, если бы ты дальше вышел, они бы тебя слева сняли сразу. Не, я прекрасно понял, потом хорошо, что ты сказал. Я просто... Дайте себя контролировать, мужики. И чувствовать, если на меню-карту хотя бы смотрите, Лэнс вам подскажет зеленые треугольнички. Вот чего я, конечно, не заметил, так это слона, блин. В трех метрах от меня этот ихний катафраг, блядь, стоял, блядь, справа торс выпиливал, да. А я смотрел налево, там... Метка Эль очень долго жила, это я искренне возмущен. Она очень долго жила с красным ЦТ без брони. Стоп, я назад заступал, меня пилили прям по линии батлмастер, то есть я не туда, не видел. Но не забывайте про фокус, цель в этом.